Чудова традиція вже близько 10 років існує в Краматорській загальноосвітній школі номер 22 імені Миколи Крупченка. Наша школа завжди була школою інтелекту, але ми хочемо ще підчеркнути те, що вместе з тим, що школа стремиться давати прочні, хороші знання, школа стремиться, прежде всего, воспитувати человеческі качества у наших дітей. І тому ця акція «Ми творимо добро разом», вона не перший год. Вона продовжується у нас на протяжении, ну, уже, как и говорили дети, это более 10 лет. Чистая Мария сына родила, слава Вышне Богу, небесам хвала, аллилуйя. На новорічні свята діти виступають із колядками, а на зароблені гроші купують солодощі, фрукти, канцелярію та інші речі для тих, хто їх найбільше потребує. В тому році ми допомагали дітям больним раком. В позатом году мы помогали детям на оккупированных территориях, тоже собирали одежду, всякие конфеты. Все это помогает нам организовывать наша администрация в школе, за что мы очень благодарны. Дети активно принимают в этом участие. Мы поем колядки, мы ходили, пели колядки по городу, также ходили, пели в чудо-маркете, собирали на это деньги. Люди им тоже нравятся, ну мы старались, мы к этому очень готовились. Как бы люди нас поддерживают, и мы стараемся как бы помагати теж людям. Цього року учні відвідали хворих в травматологічному та терапевтичному відділеннях, куди передали зібрані раніше комплекти постільної білизни. Постельное белье, которое мы собираем, и денежные средства, на которые мы собираем, отдаются в госпитали нашего города и госпитали Покровска. Очень рады дарить людям счастье. Мы много пели колядок. Было даже вот прям весело, классно. Честно говоря, мне очень понравилось. То есть это не просто вот для себя что-то наколядовать, а то, что ты наколядовал, вот так же щедро отдать. Вот щедро одарили тебя и щедро одари других. Вот это вот наша главная цель, чтобы дети умели не только принимать, а чтобы дети с радостью отдавали. И детвора говорят о том, что вот часто задаем им вопрос в конце проведенных колядок. Дети, а что вам больше нравилось, когда вам дают или когда вы раздаете? И как здорово. Для нас самое главное, когда дети говорят: ой, да как было здорово раздавать. Вот именно вот эти моменты для нас ценны и важны, чтобы не только подключать детей к украинским традициям, воспитывать у них любовь, интерес к этим традициям, но чтобы вот это вот доброе сердечко росло и наш город, наша Україна становились лучше благодаря тому, що в дітях воспитується доброта. Працівники відділення та пацієнти не лишилися байдужими до щирого та талановитого виконання дітьми різдвяних пісень і дякували їм за подарунки. Молодці, спасибо большое деткам, пусть чаще приходять к нам, ми очень раді, всі раді, довольні, спасибо, праздник превосходний, да. Спасибо большое. Нам очень понравилось. Після виступу учні пригостили пацієнтів відділення фруктами та солодощами і побажали їм швидше одужати і більше ніколи не хворіти.